have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, и смотрите, тут срабатывает система полива, уж не знаю, оно, наверное, должно мне навредить. Этот шарик от меня убегает. А, и на мне показывает, что по нему проходит урон. Сейчас я лучше починюсь немножечко. Я подумал, что, возможно, мне стоит вернуться, а потом я подумал, ну и я сейчас вернусь. Ой, блин, оно загорелось. Я сейчас вернусь, и что мне делать дальше? Мне же потом опять придется сюда идти. Я вроде как с местными ребятами справляюсь. Крайней мере, как мне кажется. О! Я какой-то шорткатец нашел. Здесь ножницы? Просто это довольно жесткие ребята, они из другого биома. Интересно, что они тут делают. Давайте посмотрим, куда нас это ведет. Это явно возвращается. Погодите, это случайно не тут. О, мина. Тварь. Фиг тебе. Они, в принципе, одноразовые ребята. Ай, это я прям лицом поймал, это я молодец. Нет, здесь наверх. Наверх вроде нельзя, черт его. Это как раз то место, которое я не мог сверху открыть. Тут темно. Да, блин. Да гадость просто, я тебя ненавижу. Тут темно, но опять же, у меня есть светлячок с позапрошлой серии, так что я могу и здесь находиться. Фига себе. А, это местечко у нас как раз связано с вон тем правым проходом, наверное. Скорее всего, сейчас посмотрим. Внизу храм, который мне явно нужен. Туда можно попасть через туда, я понял, хорошо. Зажал меня. Пауки, гадость какая. О, эта стена разрушается. Наши синтетические тела поддаются радиации. Она разрушила нашу родную землю и распространяется через воду. Почему? Вот почему я слышу постоянно счетчик Гегера. Мы искали спасение приюта в Аркадии, но нам здесь были не рады. Это какие-то хроники я нахожу. Ясно, понятно. Так. Слышите, тут везде Гегер фонит. Может, оно паучком уползает, чтобы потом где-то что-то возродиться? Туда можно... А, туда можно вот так попасть. Ах ты ж! Что? Меня лопнуло! И где я... Я что-то настолько практически привык, что я бессмертный. Погодите, я давайте туда вернусь сейчас, и мы продолжим.
Нет, я думаю, что пока мы здесь, давайте мы тогда посмотрим сейчас второй путь. Может, мы где-то какие-то шорткаты найдем. Свали, чувак. Просто не... Не, надо где-то деталик набить, погоди. Набил деталик. Заодно лицо себе тоже набил. Ладно, на одну починку мне хватит. А, о-о-о, погоди. Вы про эти сокровища мне не говорили. Фига себе, у меня прямо тут под носом был тайник на сотню, даже больше. Угу, спасибо. Торганул. Что-то я никак новый вокзал не могу найти, хотя уже много чего обходили. А! Собственно, вот и он. Я его старательно избегаю каждый раз. Пойдемте поторгуем. Во-первых, дружище, мне нужно два... Это не у тебя, да? Это у кого это было? Так, с этим дружище мы уже говорили. Давайте, вот с тобой. Это новое лицо. Не то чтобы это имело значение. Нет, это мне все-таки с торговкой надо разговаривать. У нее все. Я думал, может, он как-то раскидан. Я забыл, честно говоря. Так. Два этих. Во-первых, две ячейки. Прям 100% мы покупаем себе. Синих у нас будет вообще три. Чтобы я обмазался ими прям. Красные. У меня 800. Я могу вот эти две купить. Во-первых, уменьшает вес меча. А, во-первых, decrease, да, увеличивает его длину. Вот эти две боевые характеристики я сразу же покупаю. У нас осталось почему-то одна 450, другая 600. А у нас их сколько? Две вообще? У нас их две. Мне бы еще одну купить, я получил бы хпшечку, кстати. Так, во-первых, еще одна синяя. Теперь я могу все синие сюда вкорячить. У меня будет и легкое охлаждение, и пила, и все. Красная. Это электрические молнии, которые мне, в принципе, помогали много раз уже. Я и врагов триггерил, и, в принципе, много урона они не наносят. Так, а какие у меня еще есть? Во-первых, точно, 10% шанс крита было такое. Уменьшает вес быстрее махать мечом, во-первых. Во-вторых, удлиняет меч. Вот эти два куплю. Блин, мне тогда получается еще где-нибудь найти красненькую еще одну. В идеале найти бы еще одну зеленую. Почему-то зеленые не продаются и не попадаются. Что я хочу? Может быть... Авторепер надо брать на босса. Пока что, пожалуй, я это менять не буду. Вещь очень крутая, очень интересная. Но пока что ее брать не буду. Быстрее стал махать, да? Хорошо, меня устраивает. Тогда пойдем там еще сходим на... Человек все равно меня поцеловал, да? Иди сюда. Ну, пуляйся. Молодец. Но автопочинка, она же все равно происходит за счет моих же деталей, если я не ошибаюсь. Я нажимал прыжок, я не знаю, почему он не сработал. Чаще всего я сам мастер своих же тупников, но когда это не так... А, я тут еще вниз не дошел, прикиньте, тут еще тоже бабла немерено лежит. Сотенька. Мне нужно опять в районе там 1500. Смешно. Это тупик.
Блин, я понимаю, что оно просчитано на эти проскоки, но ну его нафиг. И это все чисто бонус. Я тут ничего не могу больше сделать. То есть вот эти районы сверху и снизу, они, по крайней мере, пока что они никак не соединяются. Там мне сейчас все равно нужно идти через зеленый район и проходить сюда, через водопад. Офигеть. Хорошо, тогда все-таки встретимся уже на месте. Очень странно, но я сейчас, когда сюда пришел, я получил ачивку. И тут... О, привет. Не обращай на меня внимания. Я прихожу сюда, чтобы расслабиться и подумать об уликах найденных. Движение воды, которая трется от турбины, делает это таким тихим, приятным местом. Ладно, я насмешу тебя. Некоторые частицы пазла просто не сходятся. Почему хранилище было взломано? Почему я нашел труп? Почему вирус захватывает программы, но не уничтожает их? Я прошел аж до сюда. И я не собираюсь сдаваться. Странно, что когда я сюда попал в первый раз, его здесь не было. И ачивка... Ай, блин, да, точно. Нет, нет... И ачивка прилетела мне только сейчас, опять же. И видите, здесь... как же меня бесит. Ачивка только сейчас прилетела. Турбина внизу. Видимо, я не могу попасть туда, потому что вода под напряжением. Кстати, могу ли эту как-то турбину снять? Ладно, тут нам нужно сократить как-то вниз до водопада. Здесь у нас карты нету. Больно, между прочим. Да, вот сюда нам нужно. Хорошо, я сейчас пройду до того момента и вернемся. Хорошо, хорошо, мы тут. Как раз рыбка меня все равно покоцала один раз, тварь. Я надеюсь, другой рыбки тут не будет. Будет. От этой рыбки фигу вернешься. И самое обидное, что... Я за этим бонусом никак не попаду сейчас. Потому что здесь нужен... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какой-то хитрый прыжок. Видите, я... Типа об текстурку-то зацепляюсь, долблюсь. А зацепиться не могу. Да. Ах, надо будет запомнить это место. Кстати, вот сейчас, когда я стал быстрее махать мечом, я успеваю убить рыбу за 3 удара. Ой, сейв. Я чуть-чуть не дошел, вы прикиньте. Капелюшечку вообще. Лучше сдам деньги, я их так много потратил. У нас 250, не то чтобы прям много. Но что-то есть. Темная водная локация. Я тебя снял, все-таки деньги с тебя заберу. Есть вверх, есть вниз. Ну-ка, ну-ка. Давайте. Вот это вверх, оно выглядит как тупик.
выглядит. Это чип. Жидкостное охлаждение. Ну-ка. А разве у меня такого уже нету? Slow blade. Это немножко странно. Или я не понял, что я получил, или я получил две одинаковые вещи. Кстати, эта ловушка сработала, меня коцнуло. Мне интересно, вот паук убегает от меня. Он что-то... Ой, блин, это похоже на босса. Он что-то потом может? Я же говорил, это похоже на босса. Блин, мне это не нравится. Про волну забыл. Да про волну ж забыл, их две. А-а-а! Ясно, меня тут взорвало. Хорошо, делаем по-другому. Подожди, так. Так, авторепер. Сорок пять монетку у меня есть. Я сейчас... Наверх мне не надо. А долго чинит? Долго. Да. Совсем не быстро. Но чинит. Оставаясь в живых довольно долго, можно... И причем оно не тратит нагрев, смотрите. Ну что ж. Блин, а их три будет, получается, да? Да забыл же ж ты. Ай, больно. А! Но чинит оно только одну, кстати. Если ты получил два урона, до свидания. Нет! О-о-о! Как я пробежал, у меня рывок был, я знаю. Оп, оп. Забыл про это. Все, это были все боссы. Ну, типа, это два паука, которые захватывают скафандры. Я подожду, пока это дочинится. Типа, я их победил. Не победил. Блин, а мне бы наверх как-то. Нафиг я наверх попаду. Ладно, по крайней мере, в этой серии был босс. Давайте я это починю. Смотрите, авторепер очень сильно помогает. Несмотря на то, что он работает так немножечко своеобразно, специфично, но все же... Штука делает свое дело.
Ты кто? Ты что? Научите меня летать, пожалуйста. Jump booster. Это типа двойной прыжок, я понял. Вот, теперь мне... Вот, туда наверх можно попасть. Теперь офигеть, в сколько мест я могу разных попасть, куда я раньше не мог. И возле вокзала с часами я смогу там пропрыгать. Да и вообще... Куда хочу, туда лечу. Автоматический модифайер. Это что, извините? Что-то зеленый. Зеленый — это важные чипы. Автомодифайер morphs the user's body when... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это прикольная штука. Она мне будет сворачивать в ежика автоматически, когда... Наверное, когда нужно, не нужно. Там надо посмотреть. Мне бы еще один сокет, серьезно, на зеленую. Еще один сокет на зеленую, я был бы просто рад и счастлив. Дай сюда. Много я потратил монеток. Каким образом... Ладно, забейте. Ну, то есть, с одной стороны это отображается, а с другой нет. Ну, типа, опа. Паркур. Это мне вот тут намек, чтобы я лишний раз не обходил, что ли? Тут можно бонусы пособирать. Много классных чипов мы нашли за последнее время. Мне нравится. И похоже, что мы или полностью, или практически полностью разобрались с водяной зоной, и... И тайнички... Она большая. И тайнички нашли, и вокзал нашли, и босса нашли, и даже его победили. О, улитки! А вы нормальные? Ой, вы нормальные. Как я этому рад. Будешь поговорить можно. Привет, странник, чужеземец. Ты только что вылез из темного места. Мы туда не ходим. Мы запечатали его много времени назад. Эти странные машины очень грязные и противные. Если бы мы их не отрезали, они бы заблокировали поток чистой воды. Надеюсь, ты не принес никакой грязи снизу. Наша задача — поддерживать воду чистой. Все, я тебя понял. И там сверху еще такая же улитка ездит. А... Ты тоже нормальный? Snailbot Burrow. Это какой-то... Какая-то деревенька этих улиток? О, странник. Скажи, как тебе нравится у нас? О, нет, старейшина сказал, не разрешено с тобой разговаривать, пока я не стану достаточно старым. Не хочешь со мной разговаривать. Сюда можно зайти. Вечное равенство ведет нас. Мы... Что, блин? Это какой-то... Кстати, это я заберу. Какой-то у них, ну, с посохом, не знаю, что за перец. Маг, не маг, а ты кто?
Но он спрятался, смотрите, сейчас это. Да, и он выныривает оттуда. А с тобой нельзя поговорить. Город улиток. Город, так его, улиток. Сюда я никак не могу. Не могу. Получается, здесь все. Как ни странно. Предлагаю тогда на вокзал сейчас. До свидания. Чувак такой думает, да что за фигня, я только повернусь. А их это не задевает. Мне наверх? Нет, мне... Мне вниз, я там спокойно пройду. До свидания. Оп. Да, наверх это было... В туда. Монетки позабираю, чего ж там. Это бонус, это вокзал. Да, на вокзале, знаете, давайте сейчас к часам съездим. Потому что, как минимум, там можно пропрыгать, забрать. Но пока я помню сразу же. Water duct. Давайте вот сюда. А куда можно дальше? Можно опять же в огненное пойти, кстати. У меня теперь есть автопочинка. Давайте я сохранюсь. У меня теперь есть автопочинка и... Наконец-то. А где мне их теперь собрать? Ну, пойдем. Так, тут я был. А как мне их теперь собрать? Ну, я собрал три, и чё? А, погодите, охладитель. Вот что я подобрал в прошлый раз. Allow conducting liquid that transfer heat more effectively, thus reducing the chance of overheat. Reduce the heat. Вот что мне, вот что я тогда подобрал. Это, в принципе, я буду находить вот такие вещи, которые... От которых я вообще, может быть, не буду перегреваться? Так, 450. 400 у меня есть. 447 у меня даже есть. Вот, добавляю... Чип, который добавляет мне больше этого. Ну так, number of... Small device protect the number of spare parts. Но это опять же уменьшает мне количество... Так, магнит. Конечно, все хорошо. Как мне хпшку-то увеличить? Automodifier. Давайте Map Sweeper пока что поставим. Вот ту штуку я буду пользовать на боссах. Теперь, куда нам лучше поехать-то? Отсюда я не пройду, там вроде поршнями закрыто. Можно... Через Coolant вернуться. Наверное, это будет самое правильное. Потому что там я смогу пойти... Да, пойдемте в водную логу, там можно будет подняться, а тут будет проще возвращаться, чем из красной логи. Я смогу пойти в огненную локацию. И если я все правильно понял, я сейчас не буду перегреваться настолько, чтобы закипать. Ну-ка, сейчас проверим теорию. Нам наверх... Кстати, вот там еще остался... Вон, остался еще маленький кусочек неразведанный. Пойдемте глянем.
маленький. Неразведанный. Сюда. Неплохо. Если он тебя не видит, он не понимает, кто его бьет. Он такой, а, чё, чё. Оу. А давайте-ка я, знаете, что сначала сделаю? Вот это. Надо будет поискать информацию. То есть я же нашел три кусочка. Как мне сделать себе новую хпшку? Вот сюда мы еще с вами не ходили. Ёлки-палки. А, это часть вот этого, кстати. Понял? Три. Три. Местечко выглядит довольно интересным. И тут мы с вами точно не были. Понял, глушилка там. Да-да-да. Так, карта у нас. Вот этот кусок карты. А, это не тот кусок, хотя... Нет, я хотел вот этот кусок карты, но этот тоже на самом деле сойдет. У нас тут два прохода есть, куда можно бы слазить. Давайте сходим. Сначала, может быть, в верхний, раз уж мы наверх забрались. Надо не забывать, что у меня джетпак есть. Вы офигели? Скажите мне прямо, вы офигели? Просто вот... Не кривя душой. Ты кто такой вообще? Какая-то новая билка? Powerbomb. Нажмите Y, чтобы сдетонировать. Смотри, сколько мне это перегрева дает. Но я быстрее охлаждаться стал. Так что мне... А, вот оно. Для чего, да. Теперь я понял. Теперь все, черт побери, сошлось. Наверх, но наверх мне, по идее, не надо. Ух, все прошло относительно безопасно. Бам. Нафиг тебя. Вот тут можно рвануть. Ага. Тут, кстати, сохраняшка. Давайте деньги. А, ну оно же, наверное, еще и бьет. Так, могу пройти здесь, могу пройти здесь. Можем пойти вниз. Это вообще будет что-то интересное, потому что... Извините, но что за нафиг? Вот тут можно...
Электрический ключ. А это не тот особый ключ, который подходит только под... помните? Там, блин, где у нас был механизм? Они еще говорили, сюда подходит какой-то определенный ключ. И как? Погодите, и что? А что это за место? Сюда можно проехать, чтобы посмотреть? Но нельзя при этом проехать. Где было это место со специфическим ключом? Я не помню. Оно было где-то в... Погодите, где у нас пропрыги были? Такие интересные. Сейчас. Вот оно. Совсем недалеко. И там NPC сейчас находится? Давайте посмотрим, что это за проход. И, наверное, будем... Это босс. А знаете чего? У меня тут сохраняшка недалеко. Может, я там смогу пройти? Да, кстати, теперь такие вещи. Давайте... автофикс. У меня 31 денег, не так, чтобы уж и много, но потратить его можно. Прикиньте, если... два босса в серию влезет. И как от этого спасаться, извините? Не, он меня убьет. А что за этим боссом будет находиться, вот что интересно. Нам, в принципе, не сюда. Вот там есть еще один проходец. Ну-ка, дружище. Просто пощупаем, что у нас тогда находится здесь. Нет, видите, я все равно нахожусь под максимальной температурой. Я перегреваюсь. Ай, блин, это больно. О, а меня... Во-во-во-во, эта штука меня будет автоматически фиксить. Крутяк. Уйди от меня. Уйди от меня! То есть это некие такие адские... Блин, а как назад выбираться? А как назад выбираться? Починиться я здесь не могу, да. Я вижу. Где я нахожусь, я тоже без понятия. Тут еще и темнота повсюду. Куда я иду? Зачем я иду? Вот тут светлячок. Можно еще и так сделать. Тут везде светлячки. Что за проклятое место? Погодите. Это какие-то пылесосы.
Их можно вполне проглядеть, если что. Надо будет на... я там остыл. Подождите минуточку. Фига ты бешеный. Чувак чуть не сожрал меня. Нахождение тут меня в принципе не убивает. О-о-о-о-о. Сюда можно. Просто... А ты кто? Странное место такое. Я вообще сейчас непонятно, где нахожусь. Подождите. Сейчас я сохранюсь, найду... Как попасть в эту фигню? Нет, это в той локации. Чтобы у меня открылась карта. Ай. Мне туда куда-то вниз. Где еще раз подскажи? Понял. Давай, опускай клешню. Обойдешься. Вот оно. Я хоть немножко пойму, где я нахожусь. Это огненную локу я полностью пропустил. Вот, я пришел сюда через огненную локу, которую я полностью пропустил. А, это темная лока, я смогу вот здесь выйти потом, наверное, наверх. Все, я тогда это понял. Пойдемте сохранимся. Да, тут придется потом немножечко позачищать еще раз, но я не вижу в этом никакой проблемы. Ой, тут денежку забыл. Тут все не так далеко. Сохраняемся. Пойдем тогда, наверное, подзащищаем в следующий раз вот темную локу. А если из нее потом получится выйти вот наверх через огненную локу, вот тогда я к ней схожу. И все-таки нужно будет ее тоже прочистить. К тому боссу мы обязательно вернемся. У нас... Ой, не то. У нас получается тут зеленая лока, тут огненная лока. Что-то наверху еще. Какие-то два места. Я уже, в принципе, понимаю, как туда попадать, потому что у нас есть и взрыв, и джетпак. Раз. Два, три. Четыре, пять. Пять локаций полностью закрытых. Ну, раз, два, три, четыре. 5. Это 5 полностью новых. 6 это вот эта вот невидимая, которую мы с вами, скорее всего, в следующей серии допройдем. Отлично, отлично. Продвигаемся просто, по-моему, шикарнейше. Знаете что? Пока мы здесь, я авторепер опять поставлю на MapSweeper. И сохранимся. Все, спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.